Привет всем добрым людям, с вами Елена на своем канале «Мой сад. Воплощение мечты». Сегодня я вам хочу показать вот это чудо. Это мимилюс. Вот такую экзотику я вырастила. Первый мой опыт. Мы с ним прошли через несколько испытаний. Сначала у меня погибли почти все всходы, кроме двух. Осталось два. Из-за того, что очень тепло было, всходы должны были быть в прохладном месте. Осталось два. Один я посадила себе, один подарила Лене, соседке своей любимой. И вот посадила его в землю, в открытый грунт, но выбрала неудачное место, слишком тенистое. Потом я пересадила эту веточку, он у меня весь вытянулся, не очень красиво было. Пересадила эту веточку в горшок. Я ее просто положила на землю и придавила ее камушками. И вот из всех, и обрезала все вот эти вытянувшиеся росточки. Из всех вот этих вот придавленных местечек пошли новые побеги. И теперь вот он заново у меня цветет. Еще то, что я срезала, я делала черенки, 4 штучки. Один прижился, сейчас покажу вам. Ну вот он, зайчик тут сидит. Конечно, единственный практический смысл в этом черенковании был просто убедиться, что это возможно. То есть на будущий год можно будет делать. А если бы я еще стаканчиками их всех укрыла и все как полагается сделала, все бы 4, я думаю, и прижились бы. Ну, в общем и целом, такое вот растение интересное. Думаю, что я буду его еще выращивать. Этот опыт мне понравился. Вот он какой. Все, выращивайте цветы и будьте счастливы. Пока!